Привет, воронежцы! На пороге Новый год. В городе суета, подарки подготовлены, ель наряжена. Осталось только узнать, какая погода нас ожидает на ближайших праздничных выходных. В субботу 31 декабря на протяжении всего дня будет стоять облачная погода и идти мелкий снег. Днем столбик термометра покажет плюс 2 градуса, ночью плюс 1. В воскресенье 1 января ожидается пасмурная погода. Днем плюс 5 градусов, а ночью 0. С наступающим, друзья! Пусть идущий к нам Новый год принесет много счастья, удачи и достатка. Всегда с вами ваша Вика из блокнота.